Иркутск помнит. Именно эти слова стали неотъемлемой частью огненной картины. Ее волонтеры Победы и другие участники акции собрали из нескольких сотен лампадок и свеч. Каждый огонек символизирует жизни ушедших на фронт иркутян. Как отметил губернатор Игорь Кобзев, помнить об этом подвиге должен каждый. Память должна сохраняться в наших сердцах с поколения в поколение. Сегодня слова диктора правильно обозначили эту проблему. Проблема одна. Детям своим расскажите о том, чтобы помнили, и детям детей расскажите своим. И это завет. Приятно видеть, что здесь сейчас огромное количество совершенно молодых школьников, которые представители волонтерского движения, которые заняты тем, что вот зажигают эти свечи и проникаются духом вот этой потери целого поколения. Символичен и сам рисунок. Тяжелый бомбардировщик Ил-4. Почти 1000 таких иркутский авиазавод выпустил в годы войны. Для этого предприятие работало в круглосуточном режиме. Мы обязательно должны помнить, обязательно должны передавать. И обязательно должны привлекать как можно больше молодежи к этим мероприятиям, чтобы никто не смог и не позволил себе исказить историю. Из Приангарья на войну ушло более 200 тысяч человек. Вернулось меньше половины. В том числе 137 героев Советского Союза. Сибиряки воевали на всех фронтах, отдавая не только все силы на борьбу с врагом, но и жертвуя жизнью. Судьбы многих до сих пор неизвестны. День начала самого большого испытания, которое испытала наша страна, наш народ. И самое важное, что мы продолжаем сохранять память и... Основная задача, чтобы никогда не повторилось. Это самые теплые, с одной стороны, но с другой стороны, очень болезненные воспоминания. И я очень признательна тому, что такие акции проводятся. Акция «Огненные картины войны» проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Свечи памяти традиционно зажигают во всех регионах страны в ночь с 21 на 22 июня. Иван Губин, Артур Рощупкин, АСТВ.